Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться, друзья, с вами буксом. Называется CoinPod, где нам дают абсолютно без вложений зарабатывать на просмотре сайтов криптомонета. Заработок, как всегда, в коинах, ну и конвертируется в различную криптовалюту. Называется CoinPod. Здесь можно все перевести, почитать. Регистрация наипростейшая. Email, username, два раза пароль вводим, капчу, перевертыш. Нажимаем зарегистрироваться. На почту нам придет письмо. Обязательно подтвердите адрес электронной почты. Я же войду. И вот по имейлу и паролю. У меня на балансе здесь я работаю одна. Собрала я 1555 коин монет вот этих. Он вот этот букс, ребятки, похож точь-в-точь вот на этот CoinPace. Или как он? Так вот. Вот точь-в-точь. Одинаковый. Давайте пройдем по вкладочкам. Я еще с этого букса не выводила. Специально, так как сделать минималочку хочу. Ну, я набрала минималку здесь от 1000 коинов. Вывод произвести в режиме онлайн. Вот. Значит, депозит. Депозит, он для тех, кто хочет здесь давать рекламку. Я в таких буксах работаю абсолютно без вложений. И рекламку я, как правило, здесь не даю. Я работаю чисто на вывод. Так как это криптовалюта, ребятки, ну, сами понимаете, кто работает с криптовалютой, все как бы работают и зарабатывают. Вывод. Вывод точно такой же, как и вы. Я показывала в буксе. Значит, на различные криптомонеты. И можно выводить на прямой кошелек. Далее на Faucet Pay, CoinEx, Express Crypto. На Faucet Pay кликаем, да, например. И выбираем криптовалюту, какая вам нравится. Далее. На прямой кошелек. Также кликаем на Direct. И вот здесь выбираете уже. Ну, смотрите, минималка здесь уже другая. Ну, здесь большая минималка на прямой кошелек. CoinEx. Также кликаете и смотрите криптовалюту, какую вам надо. И вот здесь вся информация, вот это все читаете, да? И что у нас здесь еще? Экспресс крипто. Также выбираете криптовалюту, куда вам угодно. Я же хочу вывести вот эти свои монетки на Faucet Pay, буду выводить. Я буду выводить в криптомонете Solana. Кликаю Solana. И смотрите, у меня здесь минимум на Faucet Pay 1000 коинов. У меня 1500 монеток. И это конвертируется сразу в криптовалюту 7720 вот этих Solana сатог. Если я выведу в Ethereum, 351 Ethereum сатоша. Так. Если в биткоинах, 27 биткоин сатошиков. Значит, давайте я возьму Solana. И сюда нужно вставить адрес. Так, валет. Давайте-ка посмотрим, что здесь нужно вставлять. Электронный адрес кошелька. Ага. Faucet Pay или валет или адрес. Так, ребятки. Имейл, наверное, да? Вставляю имейл с Faucet Pay. Ну, сейчас посмотрим. Кликаю вывод. Делаю все вот в первый раз. Подтверждаю адрес. Так, Solana 7720. Ну, посмотрим. Все, ребятки.
вывелись. Good, это хорошо. Я вставила email адрес. Так, идем на фаусы. Спускаемся ниже. Да, смотрите, CoinPod мультифаусет 7000. Вот, 7737 вот этих Solana монет. Все супер. Вы вывелись, платить инстантом. Далее идем. Вкладочка рефералы. Находится наша партнерская ссылочка. Вот. Ежедневный бонус. Также собираем ежедневный бонус клейм. Вот зелененьким вверху загорелось. Все замечательно. И через 14,5 часов я могу опять зайти. Есть офервал. Также, если хотите, можете здесь работать. ПТС. Все как бы. Далее. Просмотр серфинга, на чем вот здесь я зарабатываю. На данный момент у меня 13 рекламок на 370 коин монеток. Вот по 60, по 40. Давайте коротенько посмотрим. 10 секунд. Вот этот у меня CoinBooks есть. Я не писала по нему видео. Но у меня как бы ссылочку я выложила у себя в телеграм-группе. Работает, платит инстантом на фаусет пэй криптомонетку. Ну, просмотрели, значит, рекламку. Выбираем перевертыш. Кликаем. Возвращаемся. Все. 10 монеток не засчиталось. Но здесь у нас идет как бы здесь по 60 коинов, да, как бы и на убыль идет. Далее короткие ссылки. На коротких ссылках я не сижу. Не люблю я их, ребятки. Далее майнинг. Майнинг, друзья, я тоже не включаю. Так как переведите на русский и почитайте. Если у вас супер-пупер компьютер, да, там как бы мощный, то ради бога. И мне жалко, так как здесь будет использоваться процессор моего компьютера. Я этого не хочу. Также вставлю на оригинал. Кран. Можно делать 300 клеймов в день и дают по 50 вот этих монеток. Так, такая рекламка всегда на кране. Также кликаем на желтую вкладочку, выбираем перевертыш. Где у нас перевертыш-то? Ёлы-палы. И не понять даже. Наверное, вот это. Так, и отгадываем антибот. Ребятки, наверное, это перевертыш. Ладно. 7, 4, 10. 7, 4, 10. Кликаем клейм. Все, вот такое количество монеток не засчитали. Окей. Ну и все. Здесь лотереи и всякая такая рекламу давать. Я ничего. Я вот экран, рекламку просматриваю. Ну и все, в принципе. Вот у меня 60 монет. И также я хочу с этого букса вывести. У меня тоже монеток есть. Также он, как показываю, такой же самый. На Faucet Pay я выбираю. Также я выберу вот эту монетку. Вот тут здесь адрес. Я брала депозитный адрес. И вот у меня 12292 монетки на 61250 Solana монет. Как бывает, что
у сборщика недостаточно средств, как бы, да, администрация пополняет и потом уже производится вывод. Так что не пугайтесь, можно будет вывести попозже. Также монетки мои вывелись. Гуд. Все замечательно. Он точно такой же. Где этот фаусет? Перезагружаю страничку. Так, и вот, пожалуйста, CoinPay 61 248 Solana монет 30 ноября. В общем, вот эти они идентичны. Господи, не то. Что этот, что вот этот. Хотите работать, ребятки, работайте. Ну, не хотите, пройдите мимо. Всем удачи, больших заработков. Берегите, друзья, себя и своих близких. До новых встреч.